За истекший период текущего года досмотрено более 4000 авиарейсов, более 600 тысяч ручной клади и багажа, изъято и уничтожено более 2 тонн растительной продукции, запрещенной к ввозу в Россию из республик Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан. Составлено 380 протоколов административного правонарушения по фактам попыток ввоза продукции без фитосанитарных сертификатов. То есть в ручной клади везут фрукты или овощи без разрешительных документов. Данная продукция изымается, составляется протокол, и далее продукция уничтожается в утилизационной пище аэропорта путем сжигания.